Доброго дня, друзья. Ну, только недавно я просмотрел с телефона видеоролики Рувима Бойко и Алексея Земского про проблемы Михаила Пизяева. Вот. Не хочу остаться я в стороне, скажем так. Выскажу свое мнение, окажу поддержку, какая потребуется. Находимся мы в Беларуси, вот только поутру я поездил по рынкам, там по работе, поспрашивал людей, работают ли они с данной фирмой. Вот, мало кто у нас вообще с ней работает, но не суть. Не хочу остаться, как говорится, я в стороне, вот, окажу поддержку, вот такую надо, даже при худшем раскладе, вот, для Михаила Безяева. Я помогу финансово, то есть для одного человека это будет непосильная сумма, вот, но для множества, я думаю, мы ее на раз поднимем. Вот, так что выбор, конечно, за компанией «Ясновид», какой она хочет дальнейший расклад для себя, потому что, как сказали уже другие мастера, вот, мы продаем вашу продукцию. Я рекомендую заказчику, мои коллеги рекомендуют заказчикам ту либо иную продукцию. Вот. И если же мы перестанем это делать, рынок вы просто потеряете. Вот. Так что хочу посоветовать пересмотреть свое мнение в пользу Михаила Безяева. Вот. Потому что в Беларуси будут за него. Вот. Все, всем пока. Прошу всех, кто смотрит данное видео, не оставаться равнодушным к данной проблеме. Вот. Отснять тоже какой-то видеоматериал. Ну и если, конечно же, будет расклад не очень хороший для пользы, ну, не в пользу Михаила Безяева, не оставаться в стороне, а помочь как-то финансово. Все, всем пока, приятного дня, рабочего, хорошего настроения. Что хотелось бы добавить? Появилась у меня такая идея, не знаю, как воплотить ее, правда, в реальность, что можно было бы создать какой-то фонд, открыть лицевой какой-то счет, вот, чтобы мастера, грубо говоря, союз какой-то мастеров, делали отчисления определенные, минимальные какие-то, не знаю, там доллар, два, установить какую-то ставку. Вот, и в дальнейшем, чтобы из этого фонда можно было бы выделять средства на какие-то форс-мажорные ситуации. Например, такие, как в случае с Михаилом Безяевым, оказать какую-то помощь материальную. Я не знаю, правда, как это все правильно организовать, чтобы, как говорится, никто себе не кроил, ну, чтобы деньги израсходовались только в нужном направлении. Вот, если есть у кого-то идея, обязательно поделитесь. Вот, можно было бы обдумать. Я думаю, идея неплохая. Вот, все, всем до свидания. Будем ждать результатов.